Приветствую вас, дорогие профессиональные и мамины стримеры. Сегодня у нас на обзоре такая прекрасная вещь, как Stream Deck от компании Elgato. Сегодня мы посмотрим, как эта маленькая штуковина может облегчить жизнь стримеру, а может и не только ему. Своим скромным видом Stream Deck напоминает рядовой дрампад, только вот вместо LED-клавиш мы имеем полноценный LCD-дисплей. Но об этом чуть позже. Корпус пластиковый и собран монолитно. На обратной стороне имеются 4 прорезиненные ножки, кабель примерно 1,5 метра, что для такого девайса мне показалось маловато. В комплекте идет пластиковая подставка с огромным выбором углов наклона. Это хорошо, потому что клавиши глянцевые и могут сильно отсвечивать. А теперь переходим к самому интересному – настройка и кастомизация. У Stream Deck есть официальное ПО, в котором есть куча настроек и вкладок, где мы можем не только забиндить запуск приложения, веб-сайта, смену сцен, эффектов, сделать полноценный саундборд, но еще и все это отсортировать по папкам и в эти папки засунуть еще кучу папок. Причем все это можно оформить любыми иконками и даже воспользоваться официальным редактором и библиотекой иконок. Или же поставить свою, любимую гифку. Гифки — это топ, и гифки любят все. Допустим, мы используем деку по прямому назначению. Покажу на примере Streamlabs OBS. Ради порядка я сделал папку для стрима, и теперь здесь можно забиндить кнопку для начала стрима и перехода на сцены. Также клавиши для активации микрофона и звука в целом. Очень удобно, когда надо уйти на перерыв. Все это, конечно, можно сделать через ход K на клавиатуре, но если у вас куча эффектов и саундборд в нагрузку, то Stream Deck незаменим. Кстати, об эффектах. Здесь не нужно быть профессионалом, чтобы назначить много хромакей эффектов. Добавляем, что мы хотим видеть в OBS, используем фильтр хромакей и назначаем на клавишу Source, что воспроизводить. Так при желании можно и зафлудить эффектами все на свете. В итоге мы получаем полноценный VJ-пульт. А наши любимые гифочки помогают нам запомнить, где какой эффект находится. То же самое с саундбордом. Назначаем медиафайл и встроенный в программу плеер воспроизводит музыку. Причем работает это все безотказно. Еще важно отметить, что Stream Deck поддерживает большинство программ для трансляции, таких как XSplit, OBS, Streamlabs OBS и Typee Stream. Программа имеет кучу действий с твичом, например, запуск рекламы и управление разными чатами, во вкладке Streamlabs управление оповещениями, а также сообщения в Твиттере и на YouTube. Помимо всяких трансляций, Stream Deck также хорош для быстрого браузинга файлов. Можно назначить папку на клавишу и назначение хоткеев при использовании видео, фоторедакторов, 3D-моделирования, работы с игровыми движками, и это значительно ускоряет работу и освобождает вас от написания скриптов. Причем под разные задачи вы можете сделать разные профили. Полный гайд займет кучу времени, потому давайте подводить итоги. Так кому же нужна на самом деле Stream Deck стоимостью 11 тысяч рублей? Ну конечно же, нашим постоянным зрителям виднее, однако от себя я могу добавить, что если у вас помимо стримов есть объемная работа, например, в видеоредакторе, то Stream Deck будет для вас незаменимым помощником. Например, тот же Palette Gear стоит в 4 раза дороже, а с такими безликими макропадами, как XK24, сравнивать вообще невозможно. Еще хочу выделить наиприятнейший плюс Elgato, что благодаря форумам и отзывам комьюнити появляются новые фишки в обновлениях. Нужно было больше папок? Пожалуйста. На канале Лайнуса предложили гифки и режим сна? Теперь все это можно настроить. Такое отношение к пользователю внушает доверие к продукту. И на этом у меня все. Спасибо, ребят, за просмотр. Увидимся в следующих выпусках. Пока!